отличная идея! Какая еще идея, Бен? Если я не могу их заткнуть, надо попробовать прислушаться к ним. Что? Я же пошутила! Это ужасная идея! Переведем дух и подумаем. Прятаться бесполезно, мальчик. Не волнуйся, я справлюсь. Подожди! Уверен, что это удачная мысль? Я должен отколотить одного робота. Что ты делаешь? А ты должна выиграть гонку. Бен, не смей! Пришел получить новую роль. Нет, поделиться знаниями. Прими поток энергии. А? Ну давай, Бен, слушай их. Сосредоточься, разум, фулминианцы, видеть оружие. Оружие? Ладно, как тебе это? Что ж такое? Я вас послушался, помогайте же! С кем ты говоришь? А? Где вы голоса? Алло? Стань сильнее! Разрушай! О, а вот и вы! Разрушать? Да, да! Пусть энергия течет! Молодец! Ты сам не знаешь, что за игру затеял! Кажется, кто-то почувствовал, что его ждет! Смучка! Даже не думай! Ты не покинешь город, пока я не назову себя победителем! Ну что я тебе говорил? О, ты здорово расстроился, понимаю. Положим этому конец. О нет, Бен! Бежим скорее, Бен! Итак, кто у нас там внутри? У Энима другой стиль. Стим Смит? Замбоза? А? Ах, вот оно что! Вилгакс! И как я не догадался, соскучился по кулакам Бена, дружище? Заточи противника! Скорей! Энергокамера! Да, знаю. Ладно, вылезай-ка оттуда. Что? Ты смог посадить Вилгакса в клетку? Не знала, что ты так можешь. Я и сам-то не знал. Зря я так долго не слушал голоса. Эй, голоса! Теперь межгалактический суперзлодей у меня в плену. Что мне с ним делать? Голоса! Не стоит слушать их ответов, мальчик!